Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay, первый сир. У них здесь Кирилл Путбулови. И сегодня у нас будет дальнобойщика, пацаны, но необычные. Я не знаю, зайдет вам это или нет, вид от первого лица на дальнобойщиках, потому что я посмотрел, ну, он не очень, честно говоря, не очень, да. Но, блин, ну, можно попробовать, пацаны, можно попробовать. Как бы, на бэхе я уже гонял от первого лица, вот на вот этом замечательном грузовике я еще не ездил, кстати. Поэтому можно попробовать, скорость более у него небольшая, не сильно будет уходить камера от кабины, поэтому... Ну что ж, давайте попробуем. Если вам нравится такая идея, то обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях. Так, пишу команду POV. Видите, я сильно далеко сижу, по сути, да? Но сейчас как-то попробуем поехать. Я чат вырубаю полностью, потому что... Если бы еще можно было спидометр выключить. Хотя, блин, за бензом же надо следить. Вот проблема в том, пацаны, что я вообще габаритов не чувствую, блин. Я вот это привык, я в этот симулятор играть. По зеркалам смотрите, тут, сука, тут же они не работают, блядь, тут хер поймешь. И, ну, я пытаюсь аккуратненько, видите, ну, да, есть косячки, пацаны, ну, не спорю, не спорю. Ну, давайте хотя бы попробуем, вот, один рейс хотя бы сделать от первого лица. Вообще-то реально от первого лица сделать хотя бы один рейс. Я не буду переключаться вообще. Кстати, на бэхе у меня была проблема в том, что я не видел светофоров. То есть нет светофора, и поэтому... А здесь все нормально с этим. Тут тонировки нету и проблем таких вообще нету. Сейчас попробуем. Вроде говорят, подняли зарплату, как я слышал. Я получал, по-моему, 10 600, что-то такое, короче. Сейчас посмотрим, как я буду получать. Аренда была раньше 800 рублей, вот этого грузовика. Сейчас 2500, пацаны. Ну, разница в 3 раза, да? Вообще нормально. Даже может и больше, да. Поэтому сейчас проверим. Полностью рейс сделаем, я думаю, будет круто. Не, ну от первого лица вообще по кайфу ехать. Всю дорогу я, наверное, не буду снимать, потому что, блин, видос затянется на минут 30, поэтому буду периодически включаться просто и все. Так, я уже проехал почти Ржевск. Тут мусор пытается остановить. А ну, кстати. Смотрите, на блатах. На блатах, кстати, Веста 3М401. Кстати, это не первая, по-моему, Веста, какую я вижу. Не, семерку я видел, шестерку. А, шестерку на блатах я видел. Веста на блатах тоже, пацаны, нормальная. Такая белая, на черных каточках, прям. Бандит. Бандитос. Мы уже почти доехали, кстати, до Анашана. Я даже карту не открываю. Ну, я как бы соблюдаю ПДД, поэтому думаю, мне ничего нормально не будет. Но от первого лица, честно говоря, ну, непривычно, во-первых, ехать. Тем более на таком большом транспорте. На BMW то более-менее еще, знаете, там чувствуешь габариты, ну, хотя скорость там не чувствуешь, вот в чем проблема. А здесь именно ты габаритов не чувствуешь, и это очень даже плохо, я вам скажу. Потому что в узкие там повороты и так далее, и трудно проезжать. Приходится постоянно, блядь, влево-вправо, а назад-вперед это дергаться туда-сюда, как не знаю кто. Так, чувак... Прицеп пытается свой подцепить. Чекайте, у нас тоже нормальный прицеп, кстати, выпал. Поэтому поехали. Уже почти доехали до моста Южного. Сейчас пойдем на загрузочку и уже посмотрим, сколько нам заплатят. Так, вот я приехал на загрузку, уже загружаюсь. Ну, кстати, да, не видно сзади, вот узел, зато зацепной видно. Жалко, карда не крутится. Я уже многого хочу. Так, выезжаем, там вроде никого нету, окей, все. На самом деле, как-то я уже привык более-менее. Вот видите, вот сейчас мне выезжать надо сюда. Я не вижу, блин.
Я реально не вижу, может там кто-то едет. Вот, вот, видите, чувак ехал. Я его не видел, я бы сейчас мог въебаться просто. Хотя он по встречке ехал, ну, блядь, все же. Понимаете? Вот в чем еще проблема. А вот ЗИЛ вообще тема. Вроде это ЗИЛ. Если я не ошибаюсь. Так, красный сигнал светофора, знак стоп, останавливаемся. Тут вот эти на стекле флажки мешают тоже обзору. Ну, чё, это же, пацаны, GTA 5, блин. То, что уже сделали на мазинке бита первого лица, это уже, блядь, пиздец. Кстати, надо будет еще пострелять от первого лица, я думаю, это тоже будет прикольно. Так, там какой-то... Бля, вот не видно мне ни хера. По зеркалам даже ни хера не видно. Потому что они не работают, блин. Ай, было бы тут как в Euro Truck Simulator и все. Это была бы тема вообще. Но так, пацаны, что есть, тем тому и радуемся, короче. На самом деле я доволен, что фур добавили, потому что я ездил на газе, но вообще не было желания работать. А вот, вот так вот на фуре, блин, вот вообще по кайфу. Я теперь понимаю дальнобойщиков, какие хуярили на фурах. Это реально круто, блин. Я вообще, ну, особо на дальнобоях не работал, поэтому... Для меня это, ну, было непонятно. А вот на фуре проехался, блин, я уже понял, в чем кайф здесь. Только, блин, у нас он медленный, там надо 5-й, по-моему, уровень, чтобы взять другой. И потом уже 10-й. Ну, у меня, блядь, по-моему, нулевой или второй. Второй, по-моему, сейчас. G-Skill. Конечно, на ходу это делать. Так. Да, у меня второй уровень, мне еще 20 рейсов, будет третий. Не, ну, до 5-го я могу еще докачаться, но мне так влом. Блин, я не... Вот скутерист стоит, а мне надо перестроиться. Я не знаю, кто там сзади есть. Нету никого. Вот видите, просто... Ну, ночью, конечно, попроще будет, потому что мало народу. А вот днем, ну, понимаете, кто-то там сзади будет ехать, а вы так перестраиваетесь. И вы как уебете его, и все, ну... Как бы вот в чем проблема. Вы себе опасность создаете и остальным. А вот так можно от первого лица ездить ночью, я думаю. Красно-красный можно проезжать. Ну и мало людей, как бы, ну, вообще работать можно по кайфу. Не, ну, конечно, если, бля, вам вы, ну, любите просто ездить от третьего лица, то можете это делать, конечно. Но, как по мне, от первого лица более так приятнее, реалистичнее. И хочется работать. Реально хочется работать. Ну, люк у нас даже есть, похоже, да? Так, вон у нас чувак обгоняет, я его, кстати, не видел. Так. Попробуем заехать, вроде бы вместились. Вот, вот сейчас будет опасно, потому что сзади может мне кто-то еще ехать. Я еще ни разу не выключал, пацаны, вид от первого лица, если что. Я вот всю дорогу еду, вообще всю дорогу. Я бы мог, конечно, сейчас выключить, посмотреть от третьего лица, типа там есть кто-то сзади или нет, но мы этого делать не будем. Мы весь рейс делаем от первого лица, просто весь, от начала и до конца. Давайте я уже доеду до аэропорта, где первая выгрузка, и там уже продолжим, потому что через Ржевск ехать вообще смысла нету, и это тем более снимать. Точнее, смысл есть ехать, но снимать это вообще нету смысла вообще никакого. Так, чуваки, что-то там чуваку пробили колеса, мне тоже пробили или нет? О, Леон, это ты. Он сейчас со мной в ВК, но его не слышно, кстати. Что-то там чувак с пробитым колеса поехал, я думаю, мне тоже пробили. Не, все нормально. Еще ходить от первого лица так классно, блин. Лок 2. Так, закрываем. И все, поехали. Прицеп прицепился. Ко мне хотел сесть еще? Если хочешь ко мне, садись. Ну, ладно, едь на мой сетка. Так. Блин, у меня прицеп хоть не отцепился, давайте... Так, стоп. Так, пацаны, стоп, что у меня метка сзади появилась. Блядь, а как сейчас назад сдавать? Я ж нихуя не вижу. Блядь. Что там за метка, блин? Походу зря я вышел, да? Блядь, как же тяжело сдавать назад. Так, сейчас я разгнусь лучше. Ну. Все, я забрал чекпоинт, сейчас они приедут. Дальнобойщики. Так. Вот да, он стреляет, сука. Вот такие неадекваты, блин, какие тупо стреляют. Ну, вон какой-то долбоёб меня на пятнашке подрезал. Был бы на БМВ, блядь, я бы только тебя
садил бы в кювет, нахуй. Ладно, давайте доедем уже до разгрузки. Так, стоп, что нам сюда сначала ехать? Так, стоп. Так, чекпоинт. Да, сейчас в первую очередь сюда надо ехать. Давайте я на бочную встану, пока там чувак разгрузится. Ко мне, блядь, его не видно. Давайте я развернусь так быстренько. Вот. Так, и заеду вот сюда. Блин, я без очереди встал, еще как будто меня пиздит, по-любому. Я угадал? Или он не пиздит на меня? Так, бля, как мне назад сдавать? Я не вижу его. Так, что он там делает? Блядь. Как мне назад сдать? Этот чувак стоит. Сейчас посмотрим, что он в чате напишет. Что ты въебануло только что мне интересно. Вы с Алигрус отправляетесь в конечный пункт, чтобы получить деньги. А. Чё, блядь? А чё, тут два раза надо разгружаться? Чё за бред? Чё-то они вообще накосячили, я вижу, да? Прям конкретненько так, да? Тут надо два раза выгружаться. Один раз выгружайся, пишет... сейчас. Пишет, вы достали груз, отправляйтесь в конечный пункт. А, не, стоп. А, сейчас, где она написала? Короче, мы два раза тут надо выгружаться. Такой, конечно, бред непонятный. Сейчас, по-моему, как нам заплатят? 8500. Да, подняли, блядь? Ага, сраку нахуй. Еще меньше, блядь, теперь платят, сука. Я не вижу фуру сзади. Это мой прицеп или нет? Да, это мой. Бля. Сейчас я его подвину. Вот так без прицепа можно еще ездить. Нормально, так. Оп. Так, давайте отъедем, чтобы никому не мешать, короче, сейчас. Сюда. Короче, пацаны, что я могу сказать? Платят, блядь, еще хуже, чем раньше. Понимаете? А вид от первого лица это тема, если честно говоря. А чё, кто-то за нами встал еще? Чё это фура стоит? Вид от первого лица вообще, пацаны, тема на самом деле. И я бы тоже вам советовал поездить бы так. Прям бы советовал. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north. She was